Ты еще не в теме? Ссылка в описании, переходи, будем бомбить. Танки танками, а дело есть дело. Сегодня сделаю очень нужную приспособу. Делать буду из фанеры 10 мм. Самый, наверное, лучший материал, который придумал человек. Лично я его просто обожаю. Фанера крепкая, делать можно что угодно. Не коребит, не корежит. Короче, кайф. Размечаю на нужные отрезки. Всю распиливаю мини-циркуляркой. На шлифовалке сравниваю у края. На одной части размечаю центр и к центру рисую закруглую фигуру. Вчера по вечерку зашел на YouTube посмотреть что-нибудь интересное, где-то что-то подглядеть и наткнулся на один очень крутой канал, называется Мастер-класс. Завис на нем на час. На канале очень прикольные видео, где ребята тестят разные строительные материалы. Очень необычно. Но меня особенно зацепил выпуск про мосты Владивостока. Ребята рассказывают о серьезных вещах, как строились мосты русский и золотой. Но то, как они подают инфу, очень круто. Приятно, когда контент явно сделан с кайфом от души. Обязательно посмотрите, не забудьте подписаться, ссылочку оставлю внизу в описании под видео. С помощью лобзика и пилки для фигурного реза вырезаю намеченное. На еще одной части вырисовываю кругляш не совсем ровный. И с помощью того же лобзика вырезаю размеченное. Еще одной своей самоделкой шлифую узоры. Все зачищаю шкуркой. Сверлом и саморезами под определенным углом скрепляю фанерки вместе. Скрученную хреновину размечаю и прикручиваю на еще одну фанеру. Другой фанерой такой же длины креплю заднюю стенку. Всю эту конструкцию шлифую мелкой наждачкой. Заранее выпиленные и отшлифованные уголки с отверстиями решил приклеить на ПВА. С помощью струбцин зафиксировал и начал ждать прочность клейки.
все отверстия и щели продул воздухом и приступил к шпаклевке по дереву. Изначально хотел зашпаклевать только отверстия от самореза. Но потихоньку получилось так, что зашпаклевал всю конструкцию полностью. Как полагается, после засыхания все вышкурил. Для покраски выбрал желтую краску и покрасил на два слоя.